Добрый день, друзья! Поздравляю всех виртуанцев с 30-летием выпуска. Это вообще-то интересная такая дата. Это 30 лет уже прошло с того момента, как мы выпустились. 30 лет – это большой срок. И когда-то, помнится, еще былые времена, мы смотрели на наших курсовых офицеров и представляли, какие они старые. А сейчас практически все из нас гораздо старше, чем те офицеры, которые тогда были. Поэтому поздравляю всех с этой годовщиной. На самом деле, это говорит о том, что время течет. Течет очень-очень быстро. Уже нет училища, уже нет нас, таких, какими мы были, и никогда не будет. Но тем не менее, внутри мы всегда останемся такими, какими мы были. Мы изменяемся внешне. Да, мы уже... выглядим, как, может быть, старики, но в душе мы всегда молодые. И это такая вот изюминка разума, который всегда, всегда тянет нас назад. Поэтому поздравляю всех. Что могу еще сказать? Ну, вообще-то, интересные были годы. Я благодарен всем своим сослуживцам, которые со мной были, всем офицерам, за все то, что было за все эти 5 лет. Ведь, наверное, ну, никто не может объяснить, да, ну, никто не заканчивал квирта, как можно было подделывать увольнительные записки утюгом или же варить яйца, чтобы печати делать. Не говоря о том, чтобы там как с патрулем через запоры прыгать и так далее. Все это было, все это прошли мы. И я благодарен судьбе, что прошел службу квирту. Благодарен за все, что было. Ибо если бы этого не было бы, то меня бы не было бы сейчас таким, каким я есть. Поэтому поздравляю всех. Пожелать, друзья. Ну что я могу вам пожелать? Здоровье. Здоровье зависит только от вас. Это я вам говорю в своей ответственности. Счастье. Счастье зависит только от вас, ни от кого другого, только от вас. Что еще? Любви. Опять же, только от вас. Что еще? Благосостояние. Тоже зависит только от вас. И, конечно же, от того, насколько вы видите. То есть это благосостояние. Ведь одному хватает очень малого, а другому, который имеет много, все не хватает. Поэтому пожелаю лишь одно. Наслаждайтесь каждым мгновением этой жизни. Каждым вздохом. Ибо на самом деле никто не знает, как долго это продлится. Поэтому, друзья, всего вам самого-самого лучшего. С вами был Андрей Рыбин. Первый факультет, первая группа. И еще благодарность Джалиль. Благодаря тебе вот и решил записать это видео. Это хорошая очень идея. Спасибо тебе огромное. И да, я здесь для вас. Спасибо огромное, до свидания. Всего доброго.